Воплощение Творца человек называет духовным светом. И этот высший свет стремится припиться сквозь экран внутрь желания человека. Но экран отбрасывает его обратно, и отталкиваемый высший свет становится отраженным светом, и временно отраженным светом называются альтруистические намерения человека насладить Творца. Сталкиваясь с экраном, части света падают наружу, поскольку эти слезы происходят от сострадания и любви Творца к творению. И вследствие этого духовного действия в нашем мире выделяются наружу слезы у человека, переполняющегося состраданием и любовью. Но духовные слезы не пропадают, ибо об этом сказано в песне песни 8.6, страница 170. Ибо сильна, как смерть, любовь, как преисподняя, лютая ревность, стрелы ее, стрелы огненные, пламенье Господа. Потому что эти слезы исходят от любви и сострадания высшего к низшему. И так, и как жгут горящие слезы плачущего в нашем мире, так как кипящие и обжигающие высшие слезы горят, как огонь, как пламя Господа, могут, как имеющая сквозь со свойством хохма, называется морем. И как жгут горящие слезы плачущего в нашем мире, так кипящие и обжигающие выше слезы горят, как огонь, как пламя Господа, Малхут, как имеющая связь со свойством хохма, называется морем. Поэтому сказано, что если слезы и свет хохма без предварительного одеяния в свет хазадима падают в море, попадают в Малхут. И как сказано, многие воды моря не погасят любовь Творца, проявляемую в виде этих слез к его творениям. Во время создания мира было сказано, да соберутся воды в одно место, но ангел, управляющий морем, не желал поглотить эти воды, и потому был убит, опустошен от света. Теперь же от падающих слез он восстает вновь к жизни. Причина этого в том, что во время создания мира не было никакого исправления. Самой Малхут, де Малхут, потому что Творец создал миры обе в особом исправлении, называемом ман, дебина или атирет. Это
если только человек и управляет не само Малхут, да Малхут свое естество, а полностью отвергая, отвергая ее использование, использование эгоизма. Малхут, да Малхут получает высшие альтруистические желания от бина, и в них в эсфирот капезера де Малхут в 390 сфирот получает свет Творца. Эти высшие альтруистические желания называются желаниями бина или манда бина, получение света в них. Звук происходит, производится не на эгоизм саму Малхут, а на желание отдать называемое атерет, а не на атеретье соты, атеретье соты. Поэтому этот звук достаточен для заполнения светом только первых 9 сфирот Малхут, но не заполняет саму Малхут. Об этом сказано пророком Йешаяху. С кем вы, партнеры? Я начал миры, а вы заканчиваете их, потому что все исправление Малхут возложено только на самих создания. Поэтому, как нам было сказано, управителю моря да обрету, да соберутся воды в одно место. Он воспротивился и не пожелал поглотить сотворенные воды, потому что нечистые силы преобладали, и владство боли над ними вследствие отсутствия исправления Малхут и Демалхут, и потому он был убит. Но эти слезы исправляют Малхут, Малхут, и потому дают жизненную силу управляющему морем, чтобы мог воскреснуть, осветить имя своего владыки, выполнить волю Творца, поглотить все, 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 все первозданные воды, потому что тогда исчезнут все нечистые силы в мире, и все зло, и соберутся все желания в одно место свойством, и на которому отцелуты. Ибо мир Ацилут распространится вплоть до окончания мира Ака, до нашего мира, и настанет конец исправления, потому что мир Рибеа вернутся в своими свойствами в мир Ацилут.